22 часа 48 минут. Решил выйти свежим воздухом, подышать, покурить. Сегодня у нас 28 декабря 2019 года. Ну вот, Московская область, Солнечногорский район на даче. Не то, что в Москве грязь, слякоть, паршиво все. Подморожено сегодня в Москве было с утра. Но все равно сыроватенькая обстановочка, как-то не то. Фонарики вот у нас по всей даче, по центральной аллейке. Вот центральная аллейка. Ну, центральная дорога у нас точнее идет, я извиняюсь. По левую сторону заезда на дачу, по правую сторону лес. Сетка рабицей от леса огорожена. В темноте, по-моему, не видна сетка. А, вот, видна. Не сказать, что снега очень много, но, ребят, очень приятно. Новогоднее, предновогоднее настроение. Все хорошо. Ну, надеемся. Я надеюсь, и все мои знакомые, что Новый год будет у нас хоть немного, но снега будет. Немножко так, слегка, типа как приминается слегка, как будто хрустит снег. Ну, конечно, мороз не очень сильный. Интернет у нас на данный момент показывает минус 3. Ветерочек небольшой. Хорошо, прям приятно. Вот как-то так. Суперски просто. Вот фонарики на столбу висят. Месяц назад новые фонари повесили. Ну, фонари не фонари, как раньше были, а такие маленькие светодиодные плафоны. Но освещает очень хорошо. Просто прекрасно. Еще бы завести какую-нибудь собачку, чтобы она от тебя не отходила. У нас тут есть две собачки, но они уже спят. А когда вот своя домашняя, ты пошел, допустим, покурить или погулять, она с тобою. А эти две, которые на даче собачки живут, они это спят уже на данный момент. Ну все, на этом видео заканчиваю. Пойду фильм смотреть, фильм хороший идет, пока реклама, решил выйти покурить.